современные аудитории с настоящим заводским оборудованием. Много теории, а еще больше практики. Все это будет ждать абитуриентов колледжа при УГТУ в новом учебном году. Пока полным ходом идет масштабный ремонт, а оборудование ждет часа сборки, нам показывали фотографии, как будет выглядеть новый корпус в сентябре. То есть вот это вот как бы план нашего, значит, проекта «Профессионалитет» – это оборудование, которое будет стоять, как я сказал, 3D-принтер, значит, сверлильно-фрезерный станок, лазерный маркировщик. В прошлом году Ульяновский колледж экономики и информатики на базе УГТУ выиграл грант на 100 миллионов рублей в федеральном проекте «Профессионалитет». К ним присоединились партнеры УКБП и завод «Искра». Они добавили еще 30 миллионов рублей. Многопрофильный техникум и технический университет тоже внесли свои средства. В итоге 160 миллионов рублей потратят на ремонт и закупку огромного количества заводского оборудования. Здесь будут готовить будущих специалистов по радиоэлектронике. Здесь планируется создание шести зон, так называемых шести зон по видам работ, которые охватывают весь цикл, так сказать, изготовления электронных средств. Ну, шестая зона, я с конца начну, это зона проектирования, автоматизированного проектирования, которой, собственно говоря, электронные средства будут создаваться, их модели, электронные модели. Дальше. Первая зона – это зона изготовления печатных плат, на которой в этой зоне будет установлен фрезерный станок для удаления металлизации с фольгированного текстолита, там лазерный маркировщик, 3D-принтер там, и ряд вспомогательного оборудования. И дальше у нас три зоны – это зоны монтажа, потому что на изготовленную печатную плату нужно установить электрорадиоэлементы, соответствующие, которые бывают разных видов – SMD-компоненты, TSC-компоненты, то есть штырьковые, соответственно, разное оборудование требуется, все это оборудование у нас будет. В этих трех зонах у нас будет зона автоматического монтажа, зона полуавтоматического монтажа и зона ручного монтажа. Да? Вот. Пятая зона – это у нас зона испытаний. Пока в учебном корпусе идет ремонт, в приемной кампании распахнулись двери для абитуриентов. Подать документы в Ульяновский колледж экономики и информатики можно до 15 августа. Ежегодно желающих освоить технические специальности много. В этом году абитуриентам предлагают еще и познакомиться с будущим рабочим местом. Необычным в этой приемной кампании будет то, что мы будем использовать дополнительные формы работы с абитуриентами. Это не просто консультации подачи документов. У нас будут экскурсии на предприятие оборонно-промышленного комплекса. Родители, абитуриенты смогут прийти и сами посмотреть на рабочие места. У нас будут встречи с работодателями и, соответственно, заключение целевых договоров непосредственно при организации приемной комиссии. В этом году выпускаются первые специалисты, которые учились по программе «Профессионалитет». Это авиастроители. На подходе те, кто изучает сельское хозяйство и творческие направления. Одни из самых важных сфер в современной реальности, впрочем, как и радиоэлектроника. В 2025 году студенты колледжа смогут получать образование нового уровня в железнодорожной сфере. Буквально вчера были объявлены результаты конкурсного отбора. На 2025 год у нас в программу, федеральную программу «Профессионалитет» входит Ульяновский техникум железнодорожного транспорта. То есть мы создаем кластер для подготовки рабочих квалифицированных кадров и специалистов среднего звена для российских железных дорог. Более 5000 бюджетных мест в этом году приготовили ульяновские колледжи для абитуриентов. Всю подробную информацию о приеме документов, направлениях подготовки можно узнать на сайтах учебных заведений. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.